Здравия, добрые молодцы, красные девицы! Приветствую вас на моем канале Зарема Муза. Я нахожусь на пляже нашей красивой Башкирии, нашего красивого Башкортостана. Ловлю крайние денечки тепла, загораю, приехала на велосипеде. Сегодня был очень интересный случай. Хочу передать привет тете Зайтуне. Тетя Зайтуна – спонсор моего мукбанга, потому что она дала мне целый мешок помидоров и огурцов, что я для вас как раз и собираюсь сделать. Я буду кушать для вас. Я как раз была очень голодная. У нас тут в поселке есть рынок, где бабушки продают обычно помидоры, огурцы. Сегодня еду. Они, скорее всего, с утра все распродали. Погода же хорошая, люди едут отдыхать. А я ехала в 3 часу дня. Походу, наверное, все распродали и ушли. А я осталась без помидоров, без огурцов. Ну, конечно, их можно купить в магазине, но прикол какой, когда летом есть свое, гушское. А я захожу к тете Зайтуне в магазин, она свой магазин держит. Говорю, еду на пляж. Помидоры, огурцы хотела купить. Она говорит, она как будто прям для меня этот мешок принесла. Говорит, вот, на, дарю. Она даже не знала, что я в банке снимаю блоги, да? Просто по доброте душевной, просто мне дала мешок с огурцами, с помидорами. Я говорю, вообще, я говорю, вы не представляете, как у меня выручили. Как раз думаю, что снимать? Тетя Зайтуна, спасибо. Сниму видео, отправлю ей по WhatsApp видос. Редко снимаю, потому что приезжал телевидение, мы ездили в другой поселок, а для телевидения выступали. Потом сейчас у нас на днях концерт. Какой на днях? Послезавтра. Короче, репетиции, постоянно разъезды. День рождения у подруги был. Лен, привет! Надеюсь, ты уже выздоровела. Ленка, подруга, она приболела. Последнюю физу температурила. А мы отмечали вот здесь вот. Прям на берегу. Тут беседки классно стоят. Костер. Музыка. Завтра еще будет тепло. Завтра еще сниму мукбанг. Вот ветерок, да? Но это теплый ветерок. Никого нет? А, классно, обожаю. На танцпол так просится, просится мое тело. После концерта у нас будет дискотека. Дискотека века. Дискотека. Блин, как я обожаю помидоры. Прикол же есть такой. Прийти на свидание с молодым человеком с помидором. Поцеловаться. Потом достать из сумочки помидор и сказать, иди учись целоваться. Что-что, но хорошо сносить я умею. Помидор просто божественный. Когда я перестал есть соль, рецепторы, короче, открылись, и мне уже все соленое. Во фруктах и овощах
уже есть нужное количество соли. Я на пристани сижу, как вы поняли. Я вот что думаю, купаться нет. Можно было бы искупаться, но тут дело такое. Я сегодня с утра душ приняла. А сейчас надо искупаться. Опять купаться. Завтра опять купаться. А я так сейчас позагораю, что думаю. Пришла домой только ноги сполоснуть и все. Ну как сполоснуться быстро, не купаться. А если купаться, то в воде, то надо прям шоркаться. Вымывать. Потому что вода, ну, естественно, не прям прозрачная, не родниковая. Около берега еще глинистая. Глину вымывать надо прям с тела. Дома мы еще успеем, да, снимать? А пока лето, пока природа, пока солнце, пока пляж. Там кто-то сидит. Девочка вроде бы. Я еще что поняла по своему последнему видео, что маломинутные видео больше просматривают. Знаете, дело не в загаре еще в самом, а в витамине D от солнца. Он полезный. Кстати, кто-то идет. Сейчас, короче, выкину. Я там минералка стоит на берегу. Короче, ребята, посылаю вам лучики добра. Обнимаю, целую. Завтра, может, еще что-нибудь из фруктов вообще куплю, что-нибудь сниму. Но не обещаю. Ну, дай бог, чтобы погода была хорошая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!